Вы никогда не устаете от внимания вот такого? А его не так публики? Много. Да. Конечно. Ну, можно подумать, не так много. Уверяю вас. Это иллюзия. Хорошо. То есть есть места, куда вы можете прийти, и вас там не заметят? Везде. Да ну перестаньте. Если я не захочу, меня не заметят. А, то есть вы должны включать что-то? Обязательно. Мне кажется, наш брат, если захочет, его заметят. Не захочет, не заметят. Я же в метро езжу. Вы в метро ездите? Да. Я в общественных местах бываю. Обсуждают и слышу, как вокруг говорят сухоруков, сухоруков, но и ко мне не пристают, меня не мучают. А, кстати, сколько стоит проезд в метро? 28 рублей, но я езжу по карточке. А что за карточка? Ну, хорошая у меня карточка, проездная. А, я просто так отстала. От жизни отстаете. А как же, надо подслушивать, о чем говорит народ-то. Надо глядеть, как они, куда движутся. Им там не до нас, этих знаменитых. Нет, они просто, никто не может поверить. Они, наверное, про себя думают, вот похож на Сухорукова, надо же. Езжу. Дело в том, что как себя поведешь, так на тебя и мир будет глядеть, и так же к тебе будет относиться. И именно заговорив о моих отрицательных персонажах, конечно, именно плохое я играю. Вот лучшая моя роль, на мой взгляд, это вот, если брать фильм, это про уродов людей. Да, абсолютно согласен. И я, да. Понимаете, я думаю, может, поэтому мне и за эту роль ни одной премии не дали, даже почетной грамоты. Хотя ну, Балабанову уж тоже, по-моему, или нет, на Кинотавре дали что-то. Он награжден был, и Маковецкий там был весь обсыпан. А мне не дали, а я жалею, потому что роль настолько отвратительная, что я до сих пор не могу понять, как я ее сыграл. Я ненавидел, единственный персонаж, которого я ненавидел. Хотя были и более жесткие такие герои, как вот в «Антикиллере», например. Много. То есть вы считаете себя недооцененным, в том смысле, что вам не дали премий достаточно? Или к вам же критика очень добра, по-моему, хороша. Я чересчур оцененный. Я настолько, только вот единственное, про уродов и людей, доброжелательно там... отношусь сегодня к людям, которые меня заметили, вознесли, придумали. Нет, я сегодня человек, живущий, давно сказал, на премию Бога, и мне жаловаться категорически запрещено. Нельзя мне жаловаться. Даже когда мне провокационно задают вопросы. А вот этот человек тебя обидел. А вот она про тебя сказала. А вот он то-то, то-то. Я говорю, я не имею права их проклинать. Я не имею права желать им злого или мстить им только потому, что я сегодня, видит Бог. Или я не понимаю, что это такое. Но я счастливый человек. И представьте себе, конечно, жизнь пролетает, как быстрее колесница Зевса. И тем не менее, у меня стоят две Ники, два Золотых Орла, целая галерея призов из Прибалтики, там, из Европы, российских призов очень много. У меня посуды меньше, чем призов. Но их приятно получать. И вот, надеюсь, вот даже театральные все эти золотые маски, турандоты. Я сыграл царя Федора Иоанновича в спектакле Юрия Еремина в Театре Моссовета. Приходите. Замечательный спектакль. Он небольшой. Приду. Первый акт Иван Грозный, второй Федор Иоаннович. Ой, как мы там играем. Ни одной премии театральной. Ну, что ж делать? Судьба. А где вы? Хотя я знаю, что мы заслужили. А сейчас я в театрале. И Тартюф выдвигался. И я же царем выдвигался в театре. Тоже не дали. Ну, не дали, не надо. Но зато публики аншлаг! Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».